Всем привет! Интернет-магазин Токэмп. Меня зовут Арсений. Наш видеоканал и новый видеообзор дожигателя газового, о котором мы сейчас немножко расскажем. Для чего это приспособление нужно? Многие, идя на рыбалку, всегда сталкиваются с проблемой отопления палатки. Вот. И многие не хотят брать с собой отдельно обогреватель и отдельно плитку. На нашем рынке появилась такая вещь, вот, как дожигатель газа. То есть он... Вот. Берем плитку, которую, ну, которая, наверное, у многих есть. Ее можно использовать на даче, на охоте, на рыбалке, для приготовления пищи. Вот. А вот это вот дожигатель. Дожигатель выполнен у нас из хромированной стали, которая прослужит вам долго. Как видим, у нас он идет двухслойный. Внутри у нас множество отверстий, которые впоследствии будут как бы рассекать огонь, вбирая тепло в корпус и отдавая его уже не узконаправленно, как это делает плитка, вверх, вот, а рассеивать будет уже по стенкам. То есть, когда мы включим плитку, вот эта часть, как правило, она становится красной, и этого тепла будет достаточно для того, чтобы обогреть палатку или небольшое помещение. Мощность теплоотдачи получается порядка 2-2,5 кВт у такого дожигателя. Вот. То есть, мы устанавливаем дожигатель, фиксируем его и поджигаем плитку. Такой дожигатель у нас подходит для всех плиток туристического плана, вот, такие как Magnum, Пикник, Ковеевские плитки. Вот. Также он подходит для маленьких туристических горелок, вот, потому что диаметр дожигателя 12 сантиметров. Это, в принципе, стандарт мировой, под который подгоняются все эти горелки. Поэтому и чайники, и вся посуда делаются обычно минимум 12 сантиметров. Вот, высота дожигателя 14,5 сантиметров, вес дожигателя 330 грамм. Интернет-магазин Токэмп рекомендует такой дожигатель-обогреватель для тех, кто ценит компактность и функциональность. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте отзывы. Меня зовут Арсений. Рекомендую.